Привет, привет, мои хорошие! Привет, ребятки, дорогие мои! Ну что, соскучились за этим собакой? Ха-ха-ха! Ребят, давайте мы сегодня выберем нашего Томика. Так, Томик, о, у тебя новый костюм. Отлично, отлично, мне он очень нравится. Ребят, это игра «Воздушный бег». Да-да-да, по-другому она называется. Talking Tom Skyrun. И сейчас мы полетаем на вот этом вот крутом-прикрутом самолетике. Ребят, если вам нравится эта игрушечка, ставьте лайкосик, пожалуйста. Лайк — это пальчик вверх. Если можете еще прокомментировать чего-нибудь, написать, например, плюсик. Я тебя вижу, я тебя слышу. Мне нравится твой канал. Это будет вообще, ребят, очень и очень круто. Так, Том набрал высоту. Следующая баночка внизу, следующая вот вверху. О, ребят, класс, игруха очень мне нравится. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь и дружите. О, пиратский корабль, пиратский корабль. Так, ребят, главное не врезаться. Мне интересно, смогу? Не, не смогу перелететь, я думал перелететь. Ну, крутяк, крутяк, Том, ты красавчик. 10 баночек. 10 баночек, конечно, это немножко. Но нам надо собирать очень много баночек, потому что, чтобы открыть Анжелку, ребят, и следующий уровень, очень надо много баночек. Я не знаю, наверное, 600. Поэтому они очень тяжело собираются. Прям. Собираем монетки, они нам тоже нужны, чтобы открывать ручки. Так, в стрёмных местах мы, конечно, монетки трогать не будем. Оп, так, окошко. Мяу, ху-ху. Пираты, на нас напали пираты. Но мы не боимся. Мяу. Баночка. Баночка. Шика, шика. Ой-ой-ой, банку, банку, банку. Йоу, yes, вроде бы я ее взял. Жаль, что нет возможности посмотреть назад. Вот это скорость, ребят. Скорость начинает увеличиваться. И становится очень интересно все. Том, ну прости, прости, там очень быстро было. Реально, очень быстро, я не сориентировался. Бим-бим-бим-бим-бим. Сегодня, ребят, мы поиграем в воздушный бег. И погоняем фермера Джинджера. Да-да-да, игрушечки, бег за золото. Мяу. Ух, ё-моё. А также, кстати, предлагаю еще погоню героя. О, сегодня у нас такой будет. Догоняльный, да, догоняльный. Выпуск. Опа! Ребят, Томик мой головой ударился. Ой, прости, мой маленький, прости. Реально долбанул я его здорово. 40 баночек, ребят, я уже нашкрябал. 40 баночек, но нам надо 100. 100, чтобы пройти хотя бы один левел. Да. Скорость становится невыносимо быстрой. Мне бы первый уровень, да? Первый там прикольный, там быстро баночки набирается. А тут немножко... Ух ты! Парим над волнами! Ой, как страшно! Ребят, это очень-очень стрёмненько! Ну, хана, ну просто хана! Что, не взял баночку? Эх, Вадимка. Нет! А, ребят, 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 ребят! Я уже не вижу, куда лететь. Так все быстро происходит. Мяу. Опять корабль впереди. Вот это скорость, ребят. 63 баночки. Ого! Вау, 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 вау! Вот это скорость! Вот это скорость, да. Лишь бы не корабль, а, ребят, я корабль сейчас точно включу. Так, я, говорит, тоже не хочу рисковать. Здесь можно. Так, хорошо, ребят, скорость большая. И слава не попадается. Нет-нет-нет, долбанная реклама. Фух, офигеть, ну. Как назло, выскакивают всякие окна. Очистить бы его от вирусов, ребят. Вирусятины. Мяу. Не-не, я там рисковать не хочу. Не хочу, не буду.
Скорость. Корабль. О, нет. Воу. Ес, ребят. Я побоялся. Думаю, все, сейчас мне хана. Монеты. О, еще корабль. Ребят. О, отлично, идем, мои хорошие. Скорость просто бешеная. От банки до банки я пролетаю за секунды. Ой. Прости, Дон, прости, мой хороший. Ну а мы вообще могли бы. Так, ребят, 89 баночек. Ух ты. Я соточку, интересно, за раз сделаю. Осталось 11 баночек. Очень опасно. Ого, 92, ребят, осталось. Чуть-чуть осталось. Так, Валька, давай. Yes. 4 банки. Ай! Это было жесть, как сложно. Так, ребят, давайте посмотрим, сколько у меня баночек. Yes, у меня 101 баночка, поэтому я могу позволить себе вот этот уровень. Бим, Том, давай, отремонтируй это все. Красава. Ребят, супер, ну я же говорю, вообще тут 250, 500, 600, 1000 баночек надо, чтобы Анжелку еще освободить. Это жесть жестяная, ребятки. Все, предлагаю поиграть с Джинджера, погнали. Джинджер, ну ты красавчик, ну что, погнали. Еноты украли наше золото, ребят. Поэтому нам надо срочно догнать этого енота. Кстати, скорость уже, ребят, смотри, очень и очень быстро. Музыка прикольная, да, дорогой? Кому нравится игрушечка «Бег за золотом», ставьте лайки. Бег за золотом, машинка, нипочем. Это снежок. Ой, как я люблю снежок, ребят. Только выпал снег на улице, сразу ночью стало темно. Ой, светло, поэтому не страшно ходить. Можно гулять по ночи. Мяу. Бам. Бам. Перепрыгиваем. Мяу. Мяу. Так, играем, ребята, фермера Джинджера для первого обрезания, а потом переходим на... Так, а это что здесь? Сноуборды? Потом переходим на бензозоры. Так, погодь. Вау! Или нет, еще поиграем. Потому что это очень быстро, я так не рассчитывал. Опча. Да, let's run, give a go! Прыг-стоп. О, во, вот это горочка, ребят, вот это класс! О, у меня еще шлюги! Круто, двойной эффект! Есть такая, двойной. Автобус! Шлем реально может понадобиться! Ну еще шлем, класс, еще действие не закончилось этого! А у меня баллы полно. Шлема. Стой. Погоня героев следующие. О, ребят, бах, бахнулся я. Ух, хорошо, что шлем на голове. Так что не больно. Боссы! Ребята, ты чё? Я знаю, как играть, не надо мне подсказывать. С ума сошёл, я чуть не ездил за этим. Получи, опа. Ребят, мы не боимся никаких енотов. Сейчас, конечно, мы не будем. Бах.
очень быстро, очень быстро! Будь, ребят, я вообще зашлю сейчас! А то здесь, спасти меня, я его добью, ребят! Кабан, ты такой! Я за тобой! Ха-ха, ребят! О, это было интересно, это было интересно! Ладно, теперь можно и перейти, да, на мифу героя. Было круто, все, ребят, погнали. Очаровашка Том и его новый вертолет. У нас новое задание, супергеройское задание. Безумные препятствия, собери. Суперпрыжки, аж 22 штуки. Надо перепрыгнуть через вот эти вот трамплинчики, да нет проблем. Кто у нас будет, ребят, в главной роли сегодня? Будет Хэм. Да, Хэм, вот такой ты мне нравишься. Ой, тут у нас все порядок, все бучком, погнали, 22 трамплинчика нам надо перепрыгнуть. О, зима, я люблю зиму. Что, я готов прыгать? Смотрите, как он не удар. Это не считается, но начинает надо с ней перепрыгнуть. Эй, не могай. Иди сюда, залезай, куда залезай. Ребят, смотрите, я врезался. Кстати, что-то земли нет, честно говоря. Мы сейчас выбежим в город и поищем их там. Бэм. Ух ты, а это что за мир? Я что-то не помню такого. Интересный, по-моему, что это тоже будет считаться. Попча. Иди сюда. А, ну чё ты? Ребят, что-то я не заглючила, я не могу понять, чё. Ладно, ребят, короче, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, мои хорошие. До новых встреч, пока.